но мне неведом страх. Я призываю кака. Ready for the next сразу. Get GK, VS Wukong. Стандарт Рейчерс. Давайте узнаем. Давайте смотреть. Замок Причал. Ну, я тут как бы я плюсовейшн ставлю как бы на замок Причал. Для меня всегда практика замка интересна. Для меня всегда Причал интересен. Типа я, ну, нормально готов это сыграть без проблем. Мне нравится Причал в плюсе. Мне нравится замок здесь попрактиковать в минусе. Там 5000. Так что нормально. Тут, думаю, 3000 точно стоит касл плюс, ну, минимум. Красный причал здесь смотрится интересно. Синий касл здесь тоже смотрится интересно. И то смотрится неплохо. Ждем-с. 3.6 дал. Let's go. Причал сильный замок на самом деле. Но у него проблемы со стартовой армией. Он сильный становится, когда коробку находит на мясо. Но, знаешь, любой замок тогда сильный. У них проблема, они улики тяжело берут, объекты тяжело берут. Что-то он так долго думал. До скольки торг в этой паре? Ну, в моем понимании, 1400-500 тут касл стоит. Поехали. 4000 дал. При нычке взял, вышел на 200 касях. Да-да, было такое дело, было. Судя по всему, он не хочет играть за касл, как мне кажется, из-за того, что он так долго думает. Касл, конечно, уникальный замок. Его очень многие по-разному рейтят. Можно увидеть абсолютно бешеные торги. Вот возьмите касл против болота. Иногда можно увидеть, как болото выкупается за 3000 в этой паре. А иногда можно увидеть, как касл за 5000 покупается в этой паре. То есть торги настолько колоссально разнятся. Выкупка болота за 3000. И я видел, как Амилу касл покупал за 5200. Это вообще тут такое дело. Вот. 4400. Да, сразу я видел, что он не хочет. 5900. Дам. Дам. Кусли будет. Будет кусли. Будет кусли. Будет интересный кусл минус 5900. Да, плюс. На этом-то мы его и бахнем. Поехали. Минус 5900 кусли. Удачки нам покатать. Так, маленький брейк. К бою. Ребята, 5900 минус. Это очень серьезно. Посмотрите, это будет интересно. Должно быть. Поехали. Good luck, good luck. Понеслась. Удачи. Это будет очень серьезно. Это дофига. 5900 это дофига. Но это можно потащить. Подожди, чаю не налил. Сейлон, братан, мне не было 50 лет. Ты чё? Так, 4700. Все включено, да? Все у нас работает. Поехали. Let's go. Лойнис. Нормальный стек арбов. Нормальный блок. Пацанов. Конца единичка, ребята. Но из неприятного вот такая ситуация. Из неприятного. Я не могу этого героя здесь оставлять. Понятное дело, надо бежать. Внешний рынок, конца единичка, да, думаем. Кикфрик начинает торги с 5900 за касл. Смотри, возле против какого замка, ради бога. Дело, так сказать, субъективное, но... Не рекомендую. Да, беда. Беда такой кусли. Вот этот блок сильно мешает. Конца есть, но вот этот блок прям просто неприятненький. Думаю, что вот этим делать. Да, думаю. Возле знания в горах кучка лежит. Согласен. Согласен. Не
знаю, ребят, даже с учетом. Тяжело подбайтить. Хоть с учетом, хоть без учета. Можно ли взять эту штуку? Ну, ее если и брать, то хотя бы на вот этой тогда, да, пробовать взять туда вот это мясо и вот на этом как-то ее попробовать пробить. Ну, пусть даже подзальем там немножко, ну что ж теперь. Нормально, ладно. Нормально, ладно. Пойдет. 1500, думаю, дальше. Сорян, тут задумался немножко так о своем, о личном. Так, 1500. Можно ли это байтануть, эту концу единичку с внешним рынком? Можно ли это байтануть? У него 6000, он тоже не дурак. Он как бы тоже может там часто и продолжить это все дело и так далее, и так далее. То есть тут как бы дело-то такое... Да не, блядь, нельзя это, блядь, продолжать. Нельзя. Есть промокод на Яндекс.Маркете. Не знаю, дружище, раньше был, сейчас не знаю. Конца единичка берется за кассел? Берется, но надо подкачать Валеску чуть-чуть. Берется. Но на тоненького. Слишком не вот этот блок заруинил разбежку. Давайте поищем что-то еще. Можно было бы нажать бы здесь плюс. Привет, у меня там парочку стримов. Естественно, никуда переходить я не планирую. Мягко скажем. Так. Что, ебанулся? Так, конца единичка опять, да? 50-99. Два блока. Один стрелковый, второй добивковый, блин. Ну, чё за жесть, Тирис? Вот это найс подкач. Может, вообще не трогать низ? Здесь деньги будут. Есть что куда побежать, да? Так, если мы... Вот опять блок. Да балдеть просто. Так, вот тут вот, наверное, все-таки будем подбайчивать на плюс. Все-таки здесь, да? Здесь по деньгам чуть повеселее. Есть шапка, есть конца, есть подкачка какая-то. То есть, скорее всего, вот это оно. Так. Но опять же, видишь... Поехали. Риц, естественно, у всех все будет. Времена сейчас такие. Каждый для себя решает. Если вкратце. Если нет, то друг, ну, там, другие, там, долгий ответ. Так, крэк-хэк есть при этом, да? Крэк-хэк, Валеска. Крэк-хэк. Думаем. Давайте еще разбегаться. Сифенрод, Крэк-Хэк, нормальные герои вроде как. Сюда попробовать подкатить. Нижний блок опять немножко руинит. Нычка пикеменов поможет. Пробивать это и брать на деньги. Но видите, нам конца-то желательно по фастику единичка, если честно, чтобы с этим ангелом что-то мутить. Ну, хотя я поставлю здесь плюс. Я здесь все-таки не буду рестартить вот это вот уже, да. То есть надо будет катать этого Крэкхэга, надо будет катать эту Валеску, надо будет все это делать.
Поехали. Сколько големов за тюрьму? Где ты видел тюрьму, кстати? Големов 10-19. Хорошая тюрьма. Интересная. И конкурсы интересные. Но тут надо вот это бить. 30 арбов, бить вот это, брать это на деньги. То есть к концу пока не берем, да. То есть эти ящики мы не можем брать на подкач. Нам надо именно разбежаться. Давай. Может быть, можно было без грязных арбов это пробить. Может быть, вполне вариант. Может быть, даже знаешь, как сделать. Например, вот так, но там их многовато, да, могут. Ну, нормально, должен пробивать это. Поехали. Чтобы разгон просто на Валеске сохранял. Идеально. Так. Две коробки минимальные. Блин, ё-моё. Это плохо. Чё вот с этим совсем делать? Пробиваться туда, не пробиваться. 20-49 орков, блин. Ну вот этих пробивать надо стопудово, да? Покупать этого кракхега и пробивать хотя бы это. Ну давай. Блин, там гунар, это как бы тоже очень сильно. На касле это очень сильно, гунар. Это даже сильнее, чем крэкхэк, на мой взгляд, на касле. И то имеет место быть, но просто это правда прям топчик. Может ли такой гунар найти там денег? С учетом обхода этого блока, очень сомневаюсь. 10 этих беру. Сань, спасибо за стрим. Да тебе спасибо. Так приятно после работы тебя смотреть. Тебе спасибо большущее. Тебе спасибо, Кира. И насколько я знаю, ты уже давным-давно смотришь. Спасибо большущее. От души. Душевненько. Спасибо, дорогая. Seems like I should to do it, да? Ну-ка. Сука. Интересная ситуация здесь. Он ответил плюсом, кстати, на мой плюс. Еще разок спасибо. Так, залетаем, смотрим. Так, ну вроде бы ладно, конца единичка, крэкхэк туда-сюда. А если возьму два вот этих ящика, и с них выпадет максималка, купится еще один герой. Интересно. 400. Шанс какой это? Мне надо залутать вот. Это средний шанс. Это 50 на 50. Это 50 на 50. Гунару или Крэкхэгу? Здесь от ситуации зависит. Надо посмотреть от ситуации. Так. Тут и Валеска, понимаешь, нужна, потому что к концу надо брать. Может быть, она на големах подкачается. Думаю. ГМ надо будет поставить. Блеск купить, на големах подкачаться. Тут до хера делов, блин. Давай я пробую пока сюда. Первая на 700, вторая должна быть на 800.
шанс 800-900 тысяч. То есть 3 из 2. Нас устроит, нас не устроит 500-600-700. Нас устроит 700-800-900 тысяч. 3 к 3. 50 на 50. Тысяча. Хорошо, есть кони. Интересно, есть кони. Так. 50 на 50 нас устраивало. Ну и здесь до сюда, да? Раз до сюда. Два до сюда. Надо было Гунарта пододвинуть. Кони есть. Можно через коней? А конюшня есть? Думаю, по поводу 50-99 очень болезненно это может выглядеть. Давайте Валесочку сюда поставим под гильдию магов. Посмотрим next. Удачи. Нормально смайлик виден. Читаем shut up and play. Ну, так хуёво, если честно. Если ты думаешь, что этот смайлик будет у тебя часто использоваться, ты ошибаешься. Так. О, какой поляна. Can you stop that? Can you smack that? Та-ра-ра-ра, smack that. Чё за беда вообще? Так, думаю. Думаю, единороги, да? Пока я плюс поставил. Нычка коней. Думаю. Вот это надо брать, чтобы ГМ построить. Хотя бы так. И вот туда наверх. Какахи что-то охраняют. Сюда пробежать. Вроде бы не нормально. Нормально. Типа могло быть и хуже. Так, крэк-хэк, да? Вот эта штука, крэк-хэк. Ну это, блин, големы там 20-49. Не финты себе, блин. Отдаю все сюда. Себе вот сюда. Отдаем ей две, потому что у нее есть этот шанс. Тюрьма за гномами. Интересно. Интересно. Надо брать, похоже, коней здесь. Хотя очень не хочется. Но вариантов больше пока не видно. Клятых коней вообще такое, да? То есть ГМчик ставить. ГМ такой, знаете, без блеса, без туда-сюда. А нам именно очень опасно вот эту коробку бить, потому что... 5 плюс 22, это 27. Пробьют ли они это или нет, это очень непонятно. Там может и выстрелов не хватить, там 50-50 подобная ситуация. Прошлую выиграли, да. Думаю, разведать ли, не разведать сначала, да, посмотреть, что к чему этим крэгам. Крэг на ангеле, ничего такое, но пока разбежка слишком нужна, да. Давай. Пока не определяем мейна здесь, пока что все-таки пробуем. Бля, животное поганое. Удалить животное, купить новое животное, выкупить его здесь, отвезти это наверх. Хороший план. Надо вот это животное удалить. Давай. Тюрьма сейчас с приоритетом. Так. Смотрим, какой герой. Да, все равно придется удалять из-за тюрьмы. Базар ноль. Поэтому удаляем. Надеюсь, тут без сильных потерь. Потому что гномы как бы хотят эти потери. Они уже идут. Они хотят меня бить. Можно отойти. Пойдет.
месье Веронест, познакомлю вас с моим гринданом. Пиздец. Ну только этот с поиском пути, ну хуй с ним, ладно. Так. Это гринданы пятые из тюрьмы, это всегда вообще дичь. Интересно, он по ГОС берет такой гриндан? Вопрос, как это темпануть. Потому что можно по-разному сыграть, можно валеской взять. Я говорю, здесь вот этот вот тоже очень серьезный. Здесь вообще вопросов, здесь много, блин, ответов. Даже ответов меньше, чем вопросов. Думаем, мейн гринданыч, ну, скорее всего, блин. Вот этим левый замок возьмем. Вот этим туда все вернем. Коней взять. Концу, шапку. Это все супер сильно. Смогу ли я пробить вот это? Да мне кажется, смогу. Но там, блин, эта птица поганая. Если их там много, может быть проблема. Думаю. Арты забыл передать, у меня их нету. Какие арты? Думаю немножечко, ребята, думаю, как тут правильно подкачаться здесь, здесь. Взять коней и с конями что-то собрать. Без коней будет тяжело, согласитесь, без коней. Надо будет еще две цеха забирать. Без коней реально будет супер неприятно. Девятьсот почти, да? Так, захожу. 14.5. Книжка. Блять. Не хочу переучивать блес. Какова вероятность? Может, для начала замок разберешь? Замок другой заберет этот чувак. Замок заберет этот чувак. Поехали. Заодно чекнем улик. И как это бьется, тоже чекнем. Болезненно. Бля, все вниз побежали. Плохо. Байтим. Угу. Жалко два здесь бахать, да? Хорошо. Ну что вы, ребята, ну что вы, что вы? Ну что вы, гости дорогие? Отлично. Давай стрельбу. Лидерство от... Но зато атаку дал. 50-99. Хороший, да? Ну и сюда бьем. 23. Солидно. Как же они бегают? Это какой-то, какая-то дичь. Хорошо. Тут надо фидить.
Обидно. 5 хп. Давай! Не. Давай. Хорошо. Грифон умрет в любом случае, да? Не факт. Деф. Сука, мразь, паскуда, тварь. Еще этого убил. Хуевенько. Ну ладно, нормально. Экспертство, лидерство там поможет. Это возьмем. Неплохая задачка. Неплохая. Давай попробуем. Но против двух рестартов все равно объектов мало, как бы, да, против двух рестов. Ну попробуем. У нас один остался, насколько я знаю. Я плюсик дал, да? В любом случае, интересно, есть план какой-то, есть какие-то кони, есть какая-то одна зефа. Есть неплохие герои, есть второй замок. Черт его знает, интересное решение. Гигантицы будут. Выход будет плюс-минус когда-нибудь. Маленькие часики тик-так. Да, Даша, спасибо за подписочку, Дашуля, спасибо. Чебизавр, спасибо. Бывает 1.1.3, когда играется с рестартами 1.1.3, бывает 1.1.3. Да, две гигантицы здесь будут браться, иначе просто войск нету. Здесь нужны артефакты обязательно, какие-то, типа вилки, типа кистени, потому что дэмэджа нету. Ну, пробуем. Ну, это игровая сдача, ГЛГЛ, бля. Похоже, там шокобой с коробкой. Шокобой с коробкой. Ну, let's go. У нас из приятного тюрьма. В зависимости от их количества. Ага, вот это хорошо. Плюс еще кони есть, тоже хорошо. Значит, пока сюда побежал. Коробка есть, тоже хорошо. Склепы, коробки. Блин, кони, да? Нычка. Покупка земли. Я здесь буду брать так. Да ёшкин корень. По городам мы первые. Здесь важный момент. Без статов, без артов. Без нихуя. Нужен, нужен, нужен. Конец-то. Фига какая девочка-то. Залупоголовый, это качается. 2000. Но это здесь может и вообще абсолютно никакого импакта не внести. Посмотрим. Под эту тюрьму вставать, посмотреть, что тут. Угу. Взять сейчас не смогу, проблема. Так. Единички отсюда. Тут таверну сразу поставим. Посмотрим, 4-3, да, статы, слот, такие. Вот даже конца единичка, даже под маслом могут доставлять проблемы вот этой кассе. Вот это, точнее, вот этому гриндану. Даже так у него могут быть проблемы. Мяса-то как бы нету. Ага. Синий первый по городам. Хуя себе. Плохо. Лучше бы здесь гигантица четверка.
потому что армии нету. Ты возьмешь этого гиганта одного, как бы он тебе как бальзам на очко, но по факту типа такая вся история. А армии очень мало. Ну куда ты, блин? Нужно ли давать еще одно масло? Это все может потом решить в конце. Это все потом может очень сильно решить. Так. Сюда. Извиняюсь. Это все просто потом может очень-очень-очень решить. И будут проблемы. Так, это выкладываю, да, например, это беру. Давайте посмотрим, что по ситуации в этой консе. Есть гигант, есть вот это, и есть вот эти пикимены. Ну, к примеру. И ты хочешь вот так вот взять эту единичку и разогнаться, да? Ну, может быть и неплохо, конечно. Статы 1-1, есть голубка, удачи. Есть гигант, который танканет. Наверное, надо это делать. Поехали. Бля, больненько. О. Ху! 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 Так, вот это подкач, да, но... Пробьем ли мы опять же, да? То есть там как бы это... Все это сыкотно. Но надо бить в любом случае. Тирис. Шапка лютая. По идее пробьем. Может грамотей есть какой поможет, а? Ну тут такие герои. Тут вообще никто не может ничем помочь, блин. Тут кузню надо ставить. Можно балик себе довести. Страшно, блин. Выстрелы могут кончиться. Но я думаю справимся. Тут проблема именно по выстрелам, да? Сыкотно, блядь. Да-да-да, Демс. Да.
Только разбахаем. Надо было дать им подойти поближе. А здесь надо типа попробовать поменять позишн, да, то есть. Вот сюда, например. Здесь подкайтить. Давай смотреть. Одного. Хорошо. Угу. Так, с одним потенциально разобрались. Надо только всеми врываться в такие фишечки. Хорошо, вот видите, как все более-менее нормально. Даю маслица, не стесняюсь. Ой, хорошо, ой, хорошо. Смазал попку. Шестнадцать выстрелов, да? Поехали. Уже еще одно будет масло здесь. Так, надо здесь уже бить. Хорошо. Хорошо. Все, изи. Держи, братишка. Держи шлифовочку. Держи, держи. Ой. Готово. Мистицизм прикольно на самом деле. Может быть и прикольно, чтобы нон-стоп, да, как бы прокидывать маслица, чтобы всегда на него была мана, не знаю. Может быть и прикольно. Взять в самом начале. Ману с шапкой зальем, и мистицизма не надо будет. Ну, согласен, согласен, конечно, согласен. Ну, может, по центр, да, типа и так поиск пути всратый, так еще и мистицизм пообосрать, да? Типа слишком много хероты. Тоже согласен. Так. Валеску мейн? Не знаю. Ты думаешь, хватит мувов на Валеску? Думаешь, на это все хватит, да? Надо вилку. А, ну вон меч. Хотя бы меч. Бежал сюда. Еще концы нужны. Где ангелы-то? Так, сейчас здесь тихо, подождите. Сейчас здесь все тихо, это не врите, как говорится. Здесь надо будет все-таки вот так вот, да, 100 мувов вот эти выгрести с него. Чтобы он тут не тупил.
Вода. Может, и неплохо, с учетом того, как качается Гриндан, может быть, и неплохо вода, если честно. Потому что он в этот слот сейчас может взять всю хуйню. Но, с другой стороны, а может и не взять. Конечно, хочется там логу, блять, воздух там, да, нападение там, не знаю. Но, с другой стороны, вода — это блес. Вода против нас, Кассиопея. Интеллект, да-да. Я не знаю скип, ребят, не знаю. Ну давайте, в качестве согласен. На вашей совести будет говнокач. Сразу говорим. Ничего не знаю, блядь. Говнокач на вашей совести. Так, и здесь сюда бежим, да? И Зефу забираем. Разбиваемся, думаем. Здесь. Вот это надо будет взять. Валеску качать негде и долго. То есть ее мы вряд ли здесь подкачаем. А вот эта коробка потенциально на весь четвертый может быть с мечиком. Мало вампиров. Надо сюда ее тащить, Валеску, под вот это все. Книжка у нее есть, у нее нет замедла. У нас нет ни одного грамотея. Из неприятного. И еще, по-моему, лучше ангела не отстраивать, по-моему. По-моему, лучше конюшню поставить. Ангела лучше не отстраивать. По-моему. Если, допустим, я на ангеле пробью вот эту коробку, возьму, да, залупа, наверное, да? 1500, думаю, ребят. Ангела всегда отстраивать. Не всегда. Иногда конюшня будет профитнее, быстрая. Иногда цепочки, которые тебе этот ангел там встанет за 30 миллионов. Типа, иногда невыгодно очень. Слушай, я хотел бы пробить это на 150 ради ящика. Ладно, отдадим сюда. Вот это сможем пробить 2049? Мне кажется, вообще запросто сможем пробить 2049 за эту шахту. Я бы взял ее. Но это ход Валески, и это, ну, цепочка плотная. То есть эта шахта даже себя не окупит там. Не знаю. Думаю, можно взять эту шахту? Можно. Да, можно взять эту шахту. Да, можно. Но какой, как говорится, ценой, да? Через сколько варик? Не факт, что сегодня какие-то варики, ребята. Я же много раз уже сказал. Так, едем до сюда, и на ангеле здесь на молитве все пропинаем. Ну, поехали. Будем надеяться, эта шахта, ребята, нашу жизнь спасет здесь. Так, снизу еще такая ситуация, что я мог бы вот этих единичек туда приволочь. Почему? Потому что здесь вот эта бешеная тема. Просто бешеная тема вот здесь. И нам ее надо брать... Но сможет ли Валя забрать эту? Надо бежать. Сможет, наверное. Зефа там 100 в этих, там, не помню, слишком дорогая. Я думаю, брать ли это мясо под эту, ну, блядь, или потом его привезти. В принципе, его можно и потом довезти. Этот чел просто тут тупит, сидит. Гунар выпал из этой катки. Но выпал и выпал, тут и без него мейнов хватает, согласитесь. Можно ГГ писать. Можно, но лучше не надо. Так. У тебя есть книжка, у тебя есть все. Тебе нужна перестройка, у тебя есть масло. Тебе нужен грамотей, да? Там есть грамотей, заебал? Там есть гриндан? И вот этот хуй с блесом. То есть нам грамотей бы очень бы понадобился. Тут надо будет вот так бежать и вон туда бежать, разбиваться и уже выходить. А здесь надо будет думать, кто возьмет нижнюю зефу, кто возьмет верхнюю зефу, кто возьмет вторую нычку коней. Тут игра через коней. И кто возьмет вот эту тюрьму. Тут еще в этом плане много всего, да? Думаю.
Бесятня неплохо под разбив остается, если честно. Я бы не брал эту бесятню. Я бы оставил ее под разбив. Шапка. Перестройка. И без этого. Думаю. Блять, эксперт лидерства так-то сильно. Думаю, сейчас секундочку думаю. Давай сюда. Пони сюда. Так. Кого удаляем? Там какой-то герой в углу был. Вот этот. Но он вытаскивает вот эту нычку. Насколько она нам критична? Неплохой. Ну как неплохой? Хуй на самом деле беспонтовый. Типа ничего нету. Стрелка. Артов нету. Ну, стрелка неплохая, если под СП, например. Разгон может быть относительно неплохой. Здесь пикеменов не взяли. То есть вот сюда вот это дело все подтаскивать, да? Здесь на Валеску не получится. Так. Так, ебать, тут дрочка прошла только что. Здесь сюда. Здесь вот так, разгон на ангеле, туда встаем, да? Здесь девятый разгон. Угол. Подход сюда. Здесь один ангел. Умничка, что не обосрался. Здесь тюрьма сверху, видите? Видите? Здесь встречать, видите? Здесь рынок, видите? И я вижу. Здесь крэк. Отсюда довоз. Здесь все четенько. Здесь лучше вот так встать, да, чтобы он не подфиксил его. Ну-ка. Да. Ну, идеально все. Поехали смотреть дальше. Пятый день, друзья. Надо уже что-то думать про выходы. Надо что-то думать. Ну, видите, тоже как бы опасненько чуть-чуть. Ресов набираем, конечно, все набираем, но еще впереди много всяких других штуковин. Давайте сначала разбираться с верхней коробкой, Валеску ставить вот туда, там все делать. Посмотреть ли эту хижину? Мне кажется, не надо. Что мы там хотим увидеть, да? Вообще ничего. Тирис аккуратно сюда все отдает. Здесь это все туда, ангел сюда, это сюда, это сюда, это сюда. Артов очень мало, плюс Гриндан как бы вот это вот дело пьюс бьет, ману пополняет, конюшню ставит, под ГО бежит. Если такая ситуация, то могу ли я взять здесь деф? Не опасно ли? Я думаю, что разберемся.
Не надо возить армию, зачем? Надеюсь, здесь их 100, нахуй. Ну, это мало. Мало. Но сколько есть. Ладно. Бля, там верх не долетает неудачно. Хорошо. Гиганта бьют. Знают, кого бить, сучары. Отдохни, братик. Хорошо. Да ты какой ты кач. Бля, можешь грамотность ёбнуть. Может, не такая ошибка грамотность ёбнуть. Ни у кого нету ни масла, ничего, нигде. Может быть, не такая ошибка. Может быть, нормально. Мне кажется, не ошибка. По центру вообще не ошибка. Земля у нас почти там в Новолеске есть. Гриня Саб. Да почему Саб-то? У него все есть. Мне кажется, норм взять. Взял. Мне кажется, норм взять. Мне кажется, это игру сделает. Так, беру мечик. Разбиваюсь тут. Угу. Поехали. Вот этим дядей бегу сюда. Да. Нет. Чекайте, ребят, это сделает игру на героя из тюрьмы на выходе, раз мы там... Ля как ходит. Так, здесь нужно, знаете, как сделать красиво? Здесь вот так надо сделать. Бля, что с вами, суки? Вот это забрать. Вернуть, отдать, пробить. Так, ну мне обязательно сесть при этом обратно. Угу. Есть. Сучара. Молодец. По городам одинаково. Нихуя. Нихуя там Криллион, 9 атаки у него, блядь. Просто бешеный пиздец. 9 атаки, блядь. Где он такого взял? Так. И чё, сюда бежим, да? Больше нечего брать. Тут, конечно, есть деньги, ребята, но надо вот с этим вопросом что-то решать. И с Нижней Зефой, да? Вон конюшня-то есть в жопе. Но мы туда бежать не можем. Нам еще слишком много объектов добирать и слишком много всего остального делать. Коней брать. Гигант есть. Все сдохнет здесь лишнее. Тут такое. На тоненького плей. Вот эти денежки пока оставлю. Это уже удалю наконец. Вот эти оставлю потенциально. Давай думать, что делать с этим. Давай думать, что делать со всем остальным. Есть there myth, но but...
Как же вот это бить? Конечно, можно и на следующий день поставить, да? Ну, давай сразу. 2300. Надо гигантицу будет добирать. Чё вот с этим, блядь? Справишься? Почему ты не хочешь взять 2 зефы? Я ебать как хочу взять 2 зефы. Ебать как хочу взять 2 зефы, дружище. Вопрос, как это сделать? Там такие охраны бешеные, и какой армии? Один ангел, 50 эльфов, блядь. Ни хрена себе 2 зефы, дружище. Я очень хочу их взять. И хочу коней взять, и все взять. Я тут все хочу взять. Не поверишь. И вниз как-то кого-то поставить, и сюда отдать. Очень хочу. Не то слово, как хочу, если честно. Так, Розик, да, он походил, нет. Это жесть, насколько сильно я хочу взять эти 2 зев. Ну вот как это все сделать? Ангелом, да? Этим героем? Думаю. Себя что напомнил. Так. Блять, а здесь разве не потрогались? Хейст. А хейст у него откуда, у Розика? А у тебя есть? Есть, да? Ага. Давай сюда. Ну вот и прикинь, дружище, да, насколько... Так. Надеюсь, все получится. Надеюсь, все получится. Так, тут тоже рынок. Тут. Чуть-чуть денежек, да, сразу. Вот эту вещь. Сколько инкама получается? 3300, да? Просмотр земли, думаешь, ждать. Героя надо высунуть, уже не получается. Давай, next. Смотрим, что там. Смотрим. Артов нету, блядь. Единороги здесь будут нам очень жестко голову ебать. Армии мало. Единороги нас могут покарать. Поехали. Привет, Манерли. На самом деле, возможно, что-то появится. Сейчас просто сегодня первый день, пока нет не полной информации. Посмотрим, что будет дальше. Посмотрим. Так. 6, 5, 4, 3. Очень сильно затарен он тут. Имхо.
Тут надо будет сейчас вот это все брать, вот это все брать, гиганта брать. Ну вот брать его или не брать, тут тоже вопросы. И вот это все брать. И вот это делать. Деньги беру. Так. Спасибо. Идем до сюда. Надо вот этих вот заливать. Минус моральных. На этом герой, конечно, не принципиально, но в любом случае. Они как бы не нужны. Тактика норма, Валески, но нам надо брать скорее земельку. Давайте смотреть, что получается. Валеска, ангел, пикимены, гиганты. Мне даже кажется, надо вот так сделать. Ну, блядь. No fucking no. No way. 4 циклопа, это сильно мало. Пиздец, как мало. 4 циклопа, ребята. Это ужас, как мало. Как этим надо будет кого-то драть, я не знаю. Ну, это пиздец, как мало. Так, идем сюда. Чё, так, это пока оставляем, да, и на нее. Давайте думать дальше. Сзади какие-то денежки будем брать, вот это все. Мне кажется, все это не окупит, даже если я, допустим, возьму там, ну, с... Может, и окупит, конечно. То на то и выйдет, наверное, да? Из приятного там могут быть арты, но вряд ли. Давайте думать, как снизу играть. За чемпами свиток и амулет, МБ свиток норм. За чемпами, за там. Но я не могу сейчас туда идти. Армию не вытащу уже никак. Да, интересно. Мне безумно интересно, как я это сыграю. Это сюда побежало, да? Давай, мало вас, говорит, у вас сюда побежало. Один ангел, блядь. Шапка, один ангел. Четыре этих. Может, гиганта туда не брать? А вот этих взять? Могу ли я поставить вообще коней? 5000 на коней надо. 5000, блядь. 5000, сука. Так. Угу. Так, Релион сюда бежит. Хорошо. Нужны свитки, нужно все, блядь. У меня нету вообще ничего. Тут все надо. Тут не то, что свитки нужны. Надо буквально все. И 100 эльфов как-то надо пробить. Давайте смотреть, какой армии мы это будем делать. Страшно. А вам?
Минам, ебать. Страшно. Ужас. Если там сдохнет ангел. Блять, на второй деф, а если сдохнет? Ну, давай, пожалуйста, сюда. О май гад. So fucking nervous at this moment. Чудо ебалисто. Вот. Кем туда зайти? Розиком? Зависит от размера, опять же. В маленький кем угодно. Розик, наверное, все равно бы лучше взял. Или что? Да, наверное, вот так вот залетать, да и все. Только единственное, что выложить там. Хотя стрелку хотели еще отсюда взять, да? Так. Давай вот это все возьмем. Пробить это, а достать это потом, да? Да ты куда? Да ты куда, животное? Взять это сейчас не могу. Надо отдать. Надо отдать все сюда, иначе он не вывезет, да? Он точно не вывезет или он вывезет? Бля, проблема, ребята, ГО. Проблема ГО на 8 циклопах. Или справимся. Стрелками ГМ-2 поставим. Страшно, бля... ГО на 8 циклопах, ребята. Блять, улик еще же есть большой. Позже. Один улик, хуйня, типа. Гигантица, улик. Один улик, хуйня. Его надо в процессе добирать. На него нужно после выставиться. Давайте поставим ГМ-2 и посмотрим, что там. Удар молнии. Сколько он бьет на гриндане? 170 одного единорога, блядь. Ты заходил в конюшню? Сможет вывести в процессе, да? Пиздец, страшно, блядь. Страшно, вырубай. Вот вам страшно? Мне пиздец страшно. Чайник в могиле. Надеемся, хули. Страшно.
страшно. Толку с цеха, если он сидит на базе. 5300. Бывает страшно. Балика хотя бы. Бля, довези хотя бы балик ёбаный. Довези хотя бы ёбаный балик. Стараемся, хули. Без минус моральки. О май гаш. На своей земле, блядь. Чаще, брат. Бля, там же 20%, да? А у этого все 40. Бля, чуваки, могли бы вы нахуй пойти со своим рогом, блядь. Вау, как их много. Их просто дохуя. Блядь, это не бьется без рофла. Со своей любовью. Что мне делать сегодня?
или белоконе. Да, их слишком дохуя. Когда ангел-то wake up, мазафака? Давай нахуй туда. Блять. Его сорокет, да? Ты заебал. Бля, ну ты слоу-то прожми. Я он куда бежал, смотрите. Это наглый ублюдок, а. Фу, без потерь, нахуй, 58 пойдет. Так, что потеряли? Ничего не потеряли, хуйню какую-то потеряли. Бежим дальше, смотрим, ищем. Так, а что у нас там осталось добрать? Мы хотели улик. Но мы без потерь основных стеков все сделали. Пробуем. Удачи. Данж-центр. Так. Бля, я забыл про таймер. Колпак сверху есть. Колпак, нихуя себе колпак. Надо смотреть, если там ГС, но все равно не пробью, да? Так, а что мы хотели сзади взять, если что, этот улик?
Тут улик, там улик. Угу. Возьмем, отдадим улик, улик. Здесь так. Все. Воткну эту хуйню. Удачи. Да, гробница. Сейчас много чего будет. Смотрим. Разбивка героя, но я не уверен, что здесь будет разбивка. Пока оставим. Сейчас улик сзади, улик здесь, да? Угу. Бля, maybe one day я полутаю что-то оттуда. Maybe, когда-нибудь, бля. Так, еще улик есть. Так, еще улик есть. Здесь забрали. Отдали. А что по мясу? Хоть у кого-нибудь есть? Здесь есть. Как вы думаете, вот это улик возьмет вообще там хороший какой-нибудь? На тирис. Что-то по мясу-то так-то непросто, да, ситуация-то. Даже если мы, допустим... А, мы коней поставим сейчас. Ну, нужны ли нам кони здесь, да? Ну, мы типа ГМ будем ставить в том замке. Поставить коней нам must have. Здесь нельзя не ставить коней. Потому что это наш ударный стек под лейтуху. Ага, прервать не надо. Не знаю. Не знаю, дружище, откуда я знаю. Без понятия, пока играем. Так. Может быть и надо, спасибо. Так, два коня, да? Два коня, один гигант, 15 пикеменов и вот такие статы. На вот этом типе. Два коня, один гигант, 15 пикеменов. Часть оставить надо. Надеюсь, получится. Или он вроде девятая атака, но первый деф. А кто лучше его? Никто. Здесь надо вот эту сферку, скорее всего, забрать. И пробовать. 90-й, блядь. Надеюсь, не умрем. 60-й вообще хорошо. 90-й могли здесь понюхать писю. А мы этого бы не очень хотели. Так, сюда, сюда. Тут, блядь, лишний-то, ёб ваш рот, блядь. Криллионы лишний. Эксперт помехи, жалко, ни хрена себе лишний, блядь. Там есть же герой, да? Это чувиха лишняя. Мошку жалко с нее. Сука. Поехали сюда, 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 сюда. Да, так. Крэг еще пригодится, он там деньги сверху собирает. Вообще хороший вариант Крэга, но... На мой взгляд, еще пригодится. Поехали. Поехали. И поехали. Так,
Так. Ну. Не за что нахуй. Так. Жалко. Жалко, что-то жалко. Да и нужны они как бы. Уяси. Давай. Угу. Бешенство здесь. Даст и он бешенство на. Так, а чё, стрелка есть чё? На случай важных переговоров. На... Можно бахать. Нифига ты как там выжил-то, скотина. Минус удачи. Есть. Здесь вопрос этого улья. По идее могу брать. По идее на 1000 могу. Должен заходить сюда и брать его должен. Тем более такой. Один конь сдох. Давайте попробуем. Бля, зря я, наверное, так сделал. Конечно, бля. Пиздец, ты качнулся, блядь, просто по книжке, блядь. Пойдет. Больновато, да? А, блядь, иди нахуй. Да, крэк все-таки. Уже крэк. Нихуя себе. Блять, грамотность начинает себя отыгрывать. Так, я сюда захожу, блядь. Подбахиваюсь. Слушай, столько этого, может, здесь все-таки хотя там ГМ, да, типа там красный цвет, блядь, четвертый, хуй знает, добежит, не добежит до нас. Давай пока так. Денечек нету, да? Гиганта выложим, мешаться будет. Так, хотя с другой стороны есть вот это все, да? Зря купил.
Давай что-нибудь посмотрим, что есть. Вон тот улик хотя бы. Смогу ли я его вытащить? Но мне надо его брать, надо таверну. Ты еще раз ходишь, да, согласен, поэтому и думаю здесь все. Так, давай хотя бы это возьмем. А там таверну ставить или ГМ? Вот в чем вопрос. Давайте убейте ангела еще. Я просто думал таверну, но мне кажется ГМ, да? По таймер не забывай, да я пытаюсь. Ну давай таверну тогда. Плакали архы нахуй. Так. Хорошо. Так, а этот щиток можно взять? Давай докачивайся, Полу, давай докачивайся, ты мне нужна, девочка. Так. Ох ты, нихуя, какой плащ, его надо брать обязательно. Ох ты, какой плащ. Это пиздец. Это отдать этот плащ оппоненту, проиграть игру. Чекайте, блядь. Нихуя. Так, это надо пробить, это надо все взять. Валю здесь докачать. Может быть, здесь бабки. Пиздец, один день в центре это безумие. Один день в центре это пиздец. Ну, типа, серьезно, это такой импакт. Это типа, вау. Так. Это один день в центре, типа. Это еще хуйня здесь, этот день. Типа, может и нормальный день быть, где там вообще грязище. Крылья, блядь, тюрьмы и поехали. Здесь как бы, ну, такой. Не обосрешься? Молодец. Так. А, туда подбежать, взять, да, это. Стоит ли он под это ГО? Так, еще герой, блядь, одна минута, да, уже надо вставаться. Без лидерства поплавал, maybe. Ладно, так тоже пойдет. Думал еще там что-то удалить, разогнать. Ладно. Потом думать начал, блядь, кого удалить. Розик пиздатый, этот стоит. В голове много мыслей, какого героя удалить. Жестко!
Жестко. Ну, пробуем. Мана 90, да? Ребят, сейчас увидим, прервано, не прервано. А где прервался ход, я не видел. А почему-то они откатывают. А, уже написалось, да? Уже написало, понял. Уже писало, идет переигровка, понял. То есть он переигрывает 1.1.7, да? Ну, неплохо плюсанул второй день. Два плюса обоснованно плюсанул. Маны маловато осталось, да. Что там? На птице выходит. Птица. Если разгон на птице, потенциально может не быть каких-то ангелов. Нет, ангелы есть. 6, 2, 3, 5 статы. Это я скушаю вот так вот просто на завтрак, нахуй. Два ангела. Давай не тратить ману этому герою. Придет сейчас на следующий день. И он убежал наверх. И здесь вопрос того, что я не разогнался, да, сейчас будет решать ключевую роль. Потому что так бы я, возможно, бы его накрывал на базовые логи на 200, да? А так нет. Но с другой стороны, ну убежал и убежал. У нас где-то колпак не за горами, у нас где-то наги не за горами. Армии королевства надо посмотреть. Просмотр воздуха мне, в принципе, не нужен. Я примерно понимаю, по дороге наверх побежал. Есть ли там замок, вот в чем вопрос. Сейчас, короче, погодите, ребят, это самое, фулл фокус. Так, сразу сюда. Как минимум сюда, сюда, сюда. Здесь пока не будем дожимать. Здесь. Сюда, сюда. Да, денег мало. Сюда. Сюда. Это что у нас? Это то у нас. Валеска нужна, все нужны. Так, здесь пробел. Ну чё, чекаем вот это. Давайте вот это чекать, скорее всего. Давайте чекать сразу, потому что, ну, это важно. Сколько, во-первых, и чего, и кого. Отлично, это хорошо. Но остальное уже совсем не важно. Можно одного гиганта убить. Надо ли? Давай, ебать. А чё, он выёбывается? Розик неплохой, да? Нужно ли его откупать тут? Он затрет нам там что-то. Нужен ли этот розик здесь? Мне кажется, не нужен. У него нихуя там нету интересного. Сколько гигантов? 10, 18, 24, 27, да? Но нужно будет здесь поставить какого-то героя, чтобы эта чувиха смогла это как-то вытащить, да? Нам нужен шланг сюда, но нету шланга. То есть я, в принципе, под этот колпак-то бегу. Я думаю, что я бегу, я так думаю. Я думаю, что я бегу под этот колпак. Ну, так сказать, а хули еще делать? Сейчас, 5 секунд, все думаю. Поехали сюда. Таверна, герой, за лупой. Угу. Угу. Это, во-первых, бахнем сразу. Подраться хочет, да, с нами. Ну давай, ну сделай. Подрались. Так, иду до сюда смотреть. Я могу до сюда добежать или не могу? А что за свиток, а я хуй его знает. 5-9. Слушай, он вообще недалеко убежал. И сейчас вопрос разгона, да? Блять. Тогда лобет и надо забирать. Все, понял. Все, тогда план другой. Все, план другой. Поехали, работаем. План другой получается. Во-первых, так. План другой сразу пошел. Давай даже так, так, так. План другой. Сюда отдал. Сюда взял. Только так. Поехали. Так. Бля, 8 циклопов, иди нахуй. 4-5. Так слабо, да?
Ману тут лучше не экономить, наверное, все-таки. А то можно без ебанька остаться. А вот и оно. Ебанько. Блес, наверное, да, и все, что я голову-то ебу. Ладно, нормально, ничего не ебу. Тем более не факт, что там есть этот блес. Так, 700. Поиска нету, ничего нету. То есть нам надо здесь забрать. Сюда. 15, блядь! Ты дурак, что ли, нахуй? 15? Ну, может, и норм. Чё так много? 15 глаз. Это же много. Это 0 атаки, да? Квикнуть. Квикаю. А чё толку? 1 СП. Ну, ёбнешь ты один раз. И чё? Щит. А вы знаете эту хуйню? Накидываешь щит, прожимаешь Q и потерь больше. Чекайте. Вот. Так. Диагоналку не смогу сходить. Я даже вывести не смогу, ребята, этот щиточек чувствую. Опасно. Давайте подумаем, секунду. Я не могу ничего вывести, не могу ничего сделать. Так, давай подожди. 2000-е. Есть что-нибудь интересное? Я не могу это вытащить, блядь, нихуя себе. Минуты. Я не могу вытащить этот чест. Он мне нужен, пиздец, а я не могу его вытащить. 150 мувов вопрос. И его никто не вытащит, да? И мне еще Зефа нужна сверху, но она тоже не вытаскивается. И щиток вот этот нужен. Да, я посмотрю. Джилар. Хуйня героя. Я не могу вытащить, понял. Надо не добирать этот чест. Обидно, блять. Зефу, пиздец, в итоге такая хуйня, да? Так, гигантица вот это. Обидно, блядь, что это за параша? Пиздец какой-то. На одной клетке. Уёбки, блядь, собрались. Все нормально, все под контролем. Г-монету, да? А? А, здесь он это нормально. Может, щит тогда добрать. Зефа, конечно, класс. Блять. Плюс 7 дефа или циклопа.
Удачи. Вроде нормально. Удачи. 45 маны. Ну а сколько, блядь? Сколько есть, ебать? Откуда я знаю, что там? А что вы? Нихуя вы? Ваши варианты, друзья, блядь. Ваши варианты, ебать. Ну да, сколько есть. Не так и плохо, блядь. Сколько там ублюдков? 5. Нормально. 11-я атака, да? Я это чё тут, блядь? Бля, минус 3 морали, вот это больно. Ну тут кроме как масла, я тут не вижу прокас стовок. Хотя, ну есть одна, конечно, но это, блядь. Надо подумать. Клопов на 11 атаку. Ну, посмотрим. Ну, допустим. Пять 15. Щит или кожу. Но есть только подзалупную. Свернись, там надо бахать не на бабки, а на звание императора Эрахи. Тогда потащим. Спасибо. Циклоп обосрался. Так он сам его дает масло, да? Сколько вот он убивает? Касси эксперт атака въебет сильно. Даже 14 уток по гриндану въебет сильно. 5 ангелов. Сколько? 2 циклопа, 190, да? Сто 90 вроде и немного. Он такой есть. Сколько 35 въебет по 5? Если выйдет раз, два, три, четыре, пять. Одной клетки не достанет, да? Не, атаки тоже мало. Не достану я. Мне охота хаст маслом объебаться. Ой, блядь. Я даю хаст. Дальше что? Чел мне дает масло, блядь. Ржет мне в ебальник. Ну чё к чему? У него же ангел. То есть если мне давать хаст, то с ангела.
не раньше. С другой стороны, ударить можно здесь плотненько, да? Но сколько они ударят? Сколько они ударят? Ударят ли они много? И он, естественно, этот маслит, да? А потом ангел походит вперед. Не знаю, интересно, поскольку он ударит. Мне кажется, мало ударит. Мне кажется, на две утки он ударит. 35 ангелов, пятая атака, ударит. Может, с удачей, конечно, ебанет. Тогда это будет джекпот, но даже так сложно. Ну, вообще, бить есть хороший вариант. Надо бить, наверное. Но даже если он даст мне масло с ангела. Ну, давай попробуем. На двоих. 6-8. А этот бы конь не достал снять ответку, ребята. Не достал. Удачи нет, удача есть. Это у него нет. Бью. Хуёво. Пиздец. Три ангела ударило на 230 урона. Виверна на 500. Да, вот тебе и масло. Но тут сейчас надо быть аккуратненько. 8, да, здесь? Сюда шлифую. Но у меня, типа, потом ангел мой, по идее, ходит быстрее, чем его любой юнит. Поэтому я и хотел дать масло с ангела. Но я решил, что просто хороший вариант ударить в ангела, а у него именно ангел напряженный стэк, как по мне. Так что окей. И не забывайте, что у него сейчас есть тоже каст. Получается, я потратил. Ну, смотрим. Сколько он на циклопа дал, да, чтобы выстрелить? Сколько? На самом деле, хуйню нажал. Ну, типа, хуйню продамажил. И он дал ран этот, ну, то есть тоже мне так кажется, что здесь слабенько идет. Здесь. Ой, блядь. Хуя себе здесь, какая хуйня происходит. Это если еще так пару раз, это пиздец. Сразу говорю. Пару раз и пиздец. Надо было бить ему, наверное, мне кажется. Хуя себе, блядь. Вы только посмотрите, ребят. Не понял. Вот этот ангел по вот этой виверне бьет 65, а по вот этой 72. Ну-ка, поясните. По вот этой 72, по вот этой 72, а по вот этой 65. Подожди, еще раз, блядь. Виверна, по вот этой 65. А по вот этой 72, и это ангел. Чё, блядь? Погоди, не понял нихуя. Серьезно, пирас. Я долбоёб? Подожди, я что-то не так, я туплю? А, она на защите, она деф прожала. Да-да-да, блядь. Ну, Симкин, блядь, профессионал, пиздец. Всё, поехали, бьём. Симкин слишком жесткий. Профиг.
Если утка обосрется, я тут нахуй сразу. С пляжем. Двадцать пять уток. У него много юнитов. У меня два коня. 31 мана, блять. И он еще не ходил. Надо, чтобы конь обосрался, да? Блять, он меня выносит пока. Нихуя тут тоненькие материи ануса. Тоненькие материи ануса, блять. Как мне это победить? Иди нахуй. Я не знаю как. Хействудку, блять. Ой, пиздец. Все срется, ребята. Пока живем, блять. Так, а у ангела 200 хп, да? 20 глаз решает, пиздец. На тоненького битва, да ты заебал. Щит надо какой-то. Есть еще молния одна. 21 глаз тяжело пробить. Поехали, блядь! Двести, либо щит, да? Давай на щите, ну. Заебись. Так, тихо. Держать строй, боец! Все срется, все срется. Вся жизнь обоссышь. Так, и что в итоге? Да ты заебал, ну и честно. Все, отпиздили его, ребят, походу. Отпиздили его. Если. На тоненького, блять. Это тот, сука, 4-4 чест не вытащили, из-за этого такие проблемы. С тем чистом 4-4 была бы небо и земля. Но представьте, 20% там к атаке, 10% к дефу. С тем чистом. У меня было бы 9-16. 9-16. Ну, хорошо. 14 ман. Откупился, блядь. Так. Я тут делаю вот так, вот так, вот так, вот так. Ага, и вот так. Я там откупы веселые, блядь. На виражах. Мана нет, ну. Ну, смотрим. Блядь, ману не могу поставить из-за этого трейда, да? Хорош, да хуй знает, что хорошего пока. Ману не могу воткнуть, разбиться, чест забрать. Ладно, играем так, смотрим. На тоненького стек уток остался. 14 обоссанных уток, блядь. Стоило один раз обосраться, блядь, остался бы тебе тут, блядь, стек уток. Поехали. Хуя себе стек уток, блядь. Актер говорит, блядь, стек уток остался. Как будто у меня 62 утки, я такой изи победил. Колпак брать. Сейчас нечем брать колпак. Сейчас нечем брать колпак. 3000 откупил. Давай дальше. Ну, прогнали его отсюда. В шею его прогнали, просто в шею. Вали из центра, говорит. Просто прогнали в шею. Ну, смотрим. ГГ. Есть. Наша. Наша, друзья. Фух, актер, блядь. Стек уток такой остался. Ну ты актер, Саня, блядь. На изичах победили. Один раз уточки бы обосрались, блядь, или там какая-нибудь хуйня бы произошла, по-другому бы совершенно бы сейчас запел. Так, ребят, давайте смотреть. Ну, чиста не хватило на финалке, конечно. Не хватило.
Зефа маленькая. Пытался он наверх, пытался на верхний респ уйти, видимо, да, на верхний этот самый. Так, давай вот это удалим. Вот это пока оставим, это тоже удалим. Так, что там у него? Спасибо за игру, Хейкс. Наша победа, гайз. Наша. Подзажали его, подзажали. Подвышли, подвышли. Так, давайте посмотрим, что есть. Юалус Тодей, здорово, мэн. Здорово, дядька, здорово. Ну-ка. Супер быстро глядим. 25 глазюк еще. Зря тех удалил, да? Улик. Лоб большой. Лоб 60. Ну да, тут типа... Вроде нормально. Как Гриндан качался, спрашивали. Давайте посмотрим. Давайте еще раз посмотрим. И, внимание, стрельба в лас-слот, да? Да. Вот такой вот Гриня. Гриня всю игру сделал, блядь. С тюрьмы зашел, Гриня всю игру сделал, блядь. Пиздец. Просто имба. Вообще ебнутый герой, поломанный. Меняет механики просто. С тюрьмы заходит и карту переворачивает. Ну, типа... То же самое у меня с Веронестом было, когда у него этот Гриндан был на касле тоже 5 левела. Это, ну, просто безумие. Этот герой приходит с тюрьмы на 5 уровне. Ему не надо больше. 5 уровень. Все, он как бы себя окей чувствует. И уже тяжело. Просто тонна маны, блядь. Эксперт земля. Так, ну-ка. Так, что было здесь? Вот эту Зефу, к сожалению, не получилось добрать из обидного. Вот эту коробку. Коробка, ладно, говно, а вот Зефа вот это. 2500 не хватило. Ой, она большая. Ууу, 8 циклопов как бы зарешили, хорошо. Ну и самое главное, это вот этот чест. Просто посмотрите, какие статы с этим честом. Но, естественно, тут финалка другой, другими красками играет с этим честом. Просто другими, блядь. Конечно. Над скорпикорочень. Приятная лабета пришла в центре, как бы завезлась. Супер приятная. Да, интрига была. Интрига была. Он мог еще сыграть, там мог что-то там куда-то уйти, что-то мог там намутить. Колпак, видите, сразу перестали брать. Но я вот это не досчитался, конечно, из такого обидного. Я не досчитался, что одной клетки не хватает, чтобы вытащить этого самого. Что не хватает вытащить... Вот этот чест. С этим были проблемы. В остальном нормально, давайте посмотрим. Опа, Кася мейн была, да конечно. Но он 2 плюса поставил, кстати, против, по сути, нашего байтерского. Но наш байтерский превратился в хуятерский, когда появился Гриндан. Эту шахту бы взять здесь, нормально так. Я бы хоть бы отвоевал. 15 обычных мы, Скорпикор, Мантикор. Это жестко, конечно. Еще бы, знаете, сфера земли со сферой Ила бы вот так вот лежала бы. М-да. М-да, глазики сыпятся. Второй данж. Да, сколько данжей было? Данж. Некромант. Что у нас на базе? Давайте супер быстро посмотрим, ребята. Спасибо за интересную игру. Да прикольный был касл, прикольно было. Как вам ГО, вы видели? Ребята, теперь вдумайтесь. А если бы я выходил позже? Если я выходил бы позже и не бил бы так рисково ГО. Чувак добегает до центра, забирает Зефу, улик, улик, чест, да? Зефу, улик, пиздец. Раз, два, три, четыре. 5 объектов забирает. И кто знает, ставит ГМ с даблманой на синем. Это забей, дядя, забей. И чё бы ты делал? Еще Зефу, подожди. Раз, два, три, четыре, пять. 6 объектов забирает. 6 объектов. И плащ! 6 объектов и плащ! Ебать, еще плащ скорости. 6 объектов и плащ скорости он забирает. Ты это понимаешь? Смотрю, вовремя зашел стрим глянуть. Здорово, спасибо громадное. Здорово, здорово, заходи почаще, мэн. Заходи, всегда рады. Так это ты проиграл игру. Вот почему. Вот почему это так важно, понимаете? Вот, ну неужели это не наглядно показывает, если б я подзасал и вышел бы позже. Все, блядь, все. Спасибо еще разок, спасибо громадное. Ну это жесть.
Плащ, да, плащ, чел. Еще же плащ, самое-то главное, плащ. Проигрывали бы нахрен. А это что, второй касл? Подожди, это мой касл? А, ты решил мне портал положить с консой. И с внешним рынком, да? Спасибо большое. Спасибо за это. Низкий поклон. Чуть-чуть не отгадал, не доразведал. Да, да. Угу. Угу. Спасибо. Да, супер коробка за ограми. Ха, в углу. Ха. На, ясно, на пятачочек. Ладно, так, а еще одна зевка, которой так не хватало на ГО. Какая же она, дай угадаю. Минималочка, ну ладно, я думал максималку, как обычно, сунул в угол, блин. Так, так, а, у меня на респе была еще одна конса, вот здесь, снизу. А, двойка, вот здесь. Все, понял. Так, а вот это по ГОСТ. Понял. Понял, много объектов было, много. Киберспортивная обзорка, 90, маска топовая, помогла бы на единорогах и не только, там морались часто. Еще один улик. Хорошо, что развернулись, хорошо, что улики добрали. Улик, кстати, был 90-м, представляете, если бы такое добрали. Или хотя бы вон тот. Обидно, что можно, ну, было бы покрасивее, если бы развернуться и вот, ну, да-да-да-да-да. Саня, Саня, спасибо, Сань. Спасибо, что смотришь мои стримчанские. А, души. Че за, блин, бред вообще? Ну-ка, здесь тюрьма. Гриндан, короче, решил катку. Никакой другой герой бы не решил. Именно Гриндан решил. Ну, кто мог еще решить? У кого еще земля вот так вот, да, с маслом сразу? Тем более, я напомню, мы масло перестраивали и даже не перестроили. Так, что хз? Как обычно, все есть на респе, ребят. А я тампанул. Погнали. Луна бы решила. Ну да, луна бы тоже решила, да. Ну да, луна бы, да. Луна бы тоже решила. И концу бы, и все бы, да, согласен. Да, луна бы жестко решила. Должно же уже провести-то наконец. Ну, конечно, против Вукоши, чтобы не повезло-то, блин. Ладно бы против Пупоши. Против Вукоши сильно-то не надо везение. Так хотя бы плюс-минус чуть-чуть. Это вот этих профиков надо как-то уматывать, которые по 50 уток в каждой катке показывают на 1.16. Вот это пиздец. Ладно. Грамотность — важное решение было. Грамотность вообще в целом, грамотно вести базар. А и отвечать за него — это в целом такое нехуевенькое решение по жизни. Ладно. Пойдет. 25 глаз. Надо грейдить. Сюда залетаем. Бабки. Бам! КЗ у некроманта, да? Ну, где-то в жопе там не видно. Я не вижу где. А вот он наверх бежал. Допустим, он вот такой с ума сошел, взял этот замок и побежал сюда. И что здесь? Флакс, данж. Нету топ, но есть объекты, да? Чек у топа центре, пожалуйста. Давай, она бралась только с колпачком. Это если игра затягивалась, да, с колпачком бралась. Давай глянем. Захожу. У топа двойка, хорошая шапка. Ну, блядь, говнина ебаная. То, что двойка — хороший размер, но то, что такое выпало с нее, это плохо, потому что колпак у нас на этот момент бы уже был. Соответственно, у топа нам бы вот такие плохие вещи давало бы. Ладно. Единственное, что глянуть, это, конечно, рефьюгу. Хоп! О, две утки. Докупил. Нормально. Мини-улик, бля. И готово. Так, вон КЗ. Я не вижу. А, вот здесь. Вот это КЗ. 20, 50, 49 мечников. Ёпты, 50. Ну, ты понял. Сюда этих мечников. Еще и без ГС-а. Это просто у. Да. Гигантицу вторую щеку. Отошел на 5 минут, кто выиграл? Да мы выиграли 10 минут назад. Ты где был-то? Погнали.
Наша победа молодого. Сегодня запушили сыграть с молодым шейхи. Буд запушил. Завизыч запушил. Ребята поддержали. Челленджами господа поддержали. Господин импортозамещение. Нифига тут некромант. Мощненько. Спасибо огромное еще раз за движуху. Нормально сегодня потемповали в обе катки. На мой взгляд, респы были рабочие. Непростые такие, не изёвые. Сами видели, как били ГО. Покажите, ну... Не, ну эксперты на ютубе там все расскажут там. Как надо гремлинов было брать в концу трешку. Все остальное, базару ноль. Но для тех, кто действительно играет в игру, как бы здесь интересный вариант с этим пробитием. На тоненького. Там залиться можно было добрый вечер. Я именно поэтому, там интересное решение было с ГМом 2, там все в совокупности супер важно. Поставить ГМ 2, молния, с молнией ты такой думаешь, так, гриндан, 150 маны, если что, стрелками откидаемся, да? То есть там как бы это, такое дело. Цех под ГО покажешь, размер интересен, да, сейчас покажу, все, секунду, показываю. Не могу оторваться от собирания объектов. Давай посмотрим. Так. Оп. Трешечка. Три гиганта было. То есть 3 плюс 1, 4 получалось с респа. 4 гиганта. Собирал всю карту, короче. Собрал 2 библы, статы 15, 12, 23, 24. Вообще нету статов. Жозенько. Ну вот так вот поинтереснее, да, уже. Жозенько. Шапки нет. Ну вот так уже получше. Какой Green Purse уже что-то может сделать здесь? Пойдет. Два стрима сегодня, напомню, да, было. Тоже как бы потно, если честно. Два стрима в день. Хардецки. Ну, нормально. Хоть быстро сыграли. Что, две катки? Я, получается, опять чисто диспел на лустрике. Ну, как бы так сказать. Саша, скажи, что любишь эту игру. Так я ее и так люблю. Игра-то, еще разок, ребята, вы только правильно интерпретируете. Если я говорю, что рот ебать, там, Джебус, например, то есть еще разок, не стоит по одному там шаблону судить там обо всей игре или еще как-то. Это мы такой путь для себя избрали, вот именно такого рандома, таких вот аналов, карнавалов и всего остального. Есть там другие шаблоны, есть сценарий, есть множество всего, дополнения, охоты легендарные. Естественно, то есть игра-то топ. Игра топ и всегда ей будет, это легенда. Но понятное дело, что то, как она иногда издевается над тобой в рамках там шаблона Джебус Кросс, это, конечно, просто пиздец. Я погнал отдыхать, друзья.